Законы издаются и не выполняются. Ну а кто-нибудь вообще может в стране заработать? Конечно, могут заработать. Бизнесмены, которые кругом обворовали всю страну, захватили наши ваучеры за копейки, купили заводы, фабрики, которые не должно государство продавать никогда. Это государственная собственность. Ну а что делать-то? Валить надо отсюда. А куда? Где примут. Даже во Вьетнаме лучше. То есть вы считаете, что даже во Вьетнаме лучше? То есть если вам поступит предложение хорошее из Вьетнама, поедете проживать? Я уже не поеду, мне 58 лет. А вот молодежь должна отсюда валить. Их самые лучшие сливки у нас уже уехали. Так как там устроиться-то за рубежом? Если есть мозги, то там все устраиваются. А если нет мозгов, конечно, нужно доживать здесь. Здесь хотя бы русский язык знаешь. Ну, в общем, вы все слышали. Вот. Мнение авторитетного человека, стаж проживания. Повторите, пожалуйста. На территории Российской Федерации сколько живете? 58 лет. 58 лет.